К другим темам. Отдыхающая погибла под винтом катера. Трагедия произошла днем 31 мая. Тело 46-летней женщины спасатели нашли в притоке Волги вблизи села Шумейка. По предварительным данным, компания из 4 отдыхающих после прогулки по реке на маломерной яхте причалила к одному из островов. Порывом ветра с одной из отдыхающих сорвало шляпу. При попытке достать головной убор из реки, женщина упала за борт и попала под работающий винт судна. Потерпевшая скончалась на месте. На теле погибшей зафиксированы обширные повреждения головы и туловища. По словам представителей правоохранительных органов, эта трагедия могла произойти по неосторожности отдыхающих. Закончилось вскрытие. Тело погибшей 47-летней женщины. Установлено, что причиной смерти являлась рубленная рана головы. То есть, по всей видимости, это произошло от воздействия, от механического воздействия винтов. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. На первый взгляд следствие имеет место несчастный случай, так как корабль был пришвартован к берегу, он не управлялся в данный момент, то есть он не плыл и капитан не совершал активных действий. Возможно, произошел какой-то несчастный случай с этой женщиной или ей стало внезапно плохо. Напомним, почти год назад под винтом катера также погибла отдыхающая. Трагедия произошла почти на том же месте, что и в воскресенье. Тогда судом виновник произошедшего Лев Липкин был осужден условно на 2 года, но спустя несколько месяцев мужчина был амнистирован.